работу и поступил мудро. Не давал обещаний работать с энтузиазмом. Ведь ты всю жизнь боролся с этим маразмом. А сегодня суббота, завтра тоже гуляют. Здесь кто-то слушает что-то, а в кого-то стреляют. Но не понять мне ни слов, не разобрать мотива. Ведь ты всю жизнь не мог прожить без коллектива. Куда ты? Куда я? Куда ты? Куда я? Куда ты? Куда я? Мне очень плохо там, где нет меня. Мы дарили улыбки молодым девчонкам. Ну а позже нам дяди отбивали печенки. Но ведь дело не в том, что нам было больно. Ведь мы всю жизнь были всем довольны. Поколение лохматых, поколение фасонов. Мы не верили в хватах, не верим в масонов. Нам ведь много не надо, нам и знать куда. И правильно вы мне тогда врезали, правильно. Я понимаю, комплимент комплиментом, но каково это выслушивать женщине-то в ваши годы? Прощайте. Погодите, куда же вы? Посидим еще. А? Некогда. Мне на работу пора, несмотря на возраст. О, я ж не то имел в виду. Не пущу. Я ждал, что вы придете. То есть я надеялся. Вы пришли и ушли. То есть уходите. Не пущу. И ничего вы со мной не сделаете. Это почему же? Да потому что вы сами сказали, что у меня некоординированный контроль над собой. Ha, 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 ha.